Пам-пам. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня я расскажу вам о самых интересных событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Кстати, я все пытаюсь как-то заставить себя делать хотя бы пару выпусков Усачев Today в неделю. Я пока еще не решил, это будет среда-пятница или вторник-пятница, но вот предыдущий выпуск. Так как спонсора у меня сегодня нету, то сразу к новостям. Новая история Цурена Газаряна. Данный мужчина прославился тем, что однажды испортил призрачный забор губернатора Краснодарского края. Призрачный он, потому что суд наличия самого забора не признает, но писать гадости на нем запрещено. Я в этой теме немного плаваю, потому что, метафизика не моя область. Так вот, Цурен нашел новый забор, на котором можно писать новые гадости, только в этот раз про патриарха. Очередной залп интернет-ненависти пришелся на летнюю резиденцию главы церкви. Мол, выдали им немного государственной земельки с наказом деревья не вырубать, ничего не портить и вообще вести себя по Христу. Проблема в том, что раньше земля выглядела вот так, а сейчас вот так. Не удержались, они пару кустиков повырубали, сорняки повыдергивали. А потом всю территорию с запасом обнесли двухметровым забором. Со всяким бывает. У меня только два вопроса. Во-первых, зачем им так много территории? Там тупо лес огорожен. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но судя по фигуре патриарха, который местами проступает из-под его рясы, он, в отличие от Микаэля Блумквиста, не увлекается пробежками по пересеченной местности. Ну вот загадка для меня, зачем так много территории? То есть патриарх же, по определению, скромный человек. И второе, нафига так подставляться? Без этого забора туда бы вообще никто не пошел и внимания бы не обратил. Да и вообще сейчас есть Google Maps, бесполезно что-то за заборами прятать. В итоге очередной скандал, а у церкви их и так с избытком. Знаете, я начинаю думать, что они знают о каком-то приближающемся конце света, и поэтому живут на полную катушку, вообще не задумываясь об общественном мнении. Вот кто задумывается об общественном мнении, так это звезды шоу-бизнеса. К сожалению, у нас в России нет нормального шоу-бизнеса, поэтому и звезд нормальных нет. А им-то вот этим певцам, всем певичкам так хочется соответствовать. Быть Мадоннами русскими, Джексонами и Канье Уэстами. Но раз талантом не вышел, то можно хотя бы в других местах наверстывать. Так, женская версия Стаса Михайлова, Елена Ваенга, подала иск сразу двум журналам. «Тайны звезд» и «Вот это жизнь» на 14 миллионов рублей. Ей, видимо, срочно нужна однушка в Москве, я не знаю. Мол, эти журналы несогласованные тексты про нее печатают, фоткают там с невыгодных ракурсов и про беременность рассказывают. Меня больше всего в этой истории вот что интересует. Если она беременная, то как она теперь будет петь свой главный хит? Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вообще, я считаю, что Елена Ваенга и Стас Михайлов должны встречаться, как Анджелина Джоли и Брэд Питт. Это бы в полной мере отражало состояние российского шоу-бизнеса. А знаете, чего не хватает мировому шоу-бизнесу? Больше реалити-шоу. И пока российское MTV держится за концепцию каникул в Мексике, то есть больше блевотни, больше избиваний женщин, а потомки первых участников Дома 2 уже свою любовь успели построить. Американцы же думают, под эгидой чего еще можно собрать 20 участников. Так, один из первых инвесторов Фейсбука, Питер Тиль, запустил шоу 20 до 20, где он будет отыскивать новых молодых гениев, будущих Цукербергов и Стивов Джобсов. Так что если вам интересно по какой-то причине, чем от обычных драк и срач на камеру отличаются драки и срач на камеру среди ботаников, то я не знаю. В интернете посмотрите, где это будет транслироваться. Вообще интересно, правильный ли это подход. Может быть, талантливые люди, хорошие идеи должны сами пробиваться без вмешательства крупного бизнеса. Такой вот природный фильтр от говна. Ну, как пример, кто из участников «Фабрики звезд» добился настоящего успеха? Вот никто, кроме Тимати. То есть это еще более сомнительно. Если же тяжелому отбору, жесткому конкурсу в реалити-шоу вы предпочитаете задрачивание компьютерных игр, то у вас тоже есть шанс. Израильское рекламное агентство Saatchi & Saatchi. Saatchi & Saatchi. Смешное название. Так вот, это рекламное агентство решило кастинг на одну из своих должностей провести прямо в игре Diablo 3. Все, что нужно сделать, это подключиться в заданное время и сыграть вместе с боссом компании по совместительству эльфом 80 уровня. Я шучу, конечно, какой он эльф. Он из этого, за варвара играет. Наиболее себя проявившие получат меч за миллион золотых в игре, и их пригласят на уже реальное собеседование в реальный офис. Возможно, они даже работу получат. Так что есть у вас шанс, молодые бойцы с демонами. Но я думаю, что основной целью этого мероприятия был не поиск сотрудников и даже не пиар-компании, да просто у этого босса друзей не было, с которыми мог бы дьявол порубать вечерами. Меня вот Хоббит до сих пор добавлять не хочет. А в заключение новость о веществе, действием которого можно было бы объяснить поведение вообще всех сегодняшних героев. Я просто заголовок прочту. Самолет наркомафии с тонной кокаина на борту разбился в Гондурасе. Пилоты этого гуманитарного рейса, видимо, так сильно упоролись в полете, что даже не смогли нормально самолет посадить. Так, мужчина, пристегните ремень. Кстати, вы что будете? Мясо, рыбу, кокаин. Вот это один из снимков с места крушения. Говорят, что сам наркотик при этом был почему-то расфасован в статуэтке Девы Марии. Причем в мае этого года разбился другой самолет наркомафии, но там было 1,5 миллиона долларов на борту. Тут есть два варианта для шутки. Либо они таким странным способом сделки проворачивают. Утром разбиваем самолет с наличными, вечером с наркотой. Все, конец транзакции, заберите чек. Ну, либо что-нибудь про Ксению Собчак. Это все новости на сегодня. С вами был я, Руслан Усач.
А дальше вы сами знаете. Подписывайтесь на канал «Спасибо, Ева», на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, там много всего интересного. Пока!